Новое здание. Именно такой подарок получили следователи Бреста в преддверии своего профессионального праздника. Просторное помещение, оснащенные кабинеты. Теперь у представителей профессии есть хорошие условия для качественного выполнения своих профессиональных обязанностей. Поздравить следователей с этим важным событием пришли представители вертикали власти области и города. Основное его назначение – это, конечно, создать благоприятные, хорошие условия для работы сотрудников. Нет необходимости сегодня говорить о важности вашей профессии. Все правоохранительные органы, естественно, работают прежде всего на то, чтобы в обществе был порядок, дисциплина, а те, кто нарушают, чтобы несли заслуженную ответственность. Если другие правоохранительные органы работают тоже в сложных условиях, сложно вычислить, найти преступника. Но я считаю, что более сложно собрать доказательную базу, которая бы не вызывала сомнений ни у кого. Участие в церемонии открытия здания Межрайонного следственного комитета принял глава ведомства Иван Носкевич. В преддверии праздника он поздравил коллег и вручил заслуженные награды сотрудникам ведомства. Кроме того, председатель Следственного комитета Беларуси обозначил основные направления деятельности и поблагодарил правоохранителей Брещины за слаженную и эффективную работу. За 8 месяцев этого года чуть больше 3% рост преступности на территории Брестской области. У нас уже есть статистические данные о зарегистрированных преступлениях за 7 месяцев. Таких совершено на территории области 5784. Это наименьший показатель по всей республике. И количество совершенных преступлений на 100 тысяч населения, а их 418, это тоже самое благоприятная цифра. Сразу же после торжественной церемонии гостям было продемонстрировано новое здание. Оно, к слову, расположилось недалеко от областного ведомства. Сегодня следователи Брещины имеют хорошее оснащение для эффективного раскрытия преступлений. С открытием нового комплекса деятельности это станет еще более результативной. Финальным моментом мероприятия стала высадка деревьев и закладка капсулы с напутствием для будущих поколений следователей.